Владислав будет атаковать. Атакует он в считанные секунды, но вот, к сожалению, в этот раз не очень успешно для него. И Евгений дальше теряет мяч. Как не подойти, что вылетает мяч, что правда влево. Но тем не менее, Евгений как-то осуществляет попытку забросить кольцо. Владислав бросает издалека, подбегает. Мяч уходит. Вау. Мяч у Владислава. А, почти. Загоняй. Вот и зрители почти у внимания Владислава. Все бегают по площадке там, в кольцевой зоне. И все никак, все 0-0. Ну надо выступать. Евгений бросает издалека, Владислав без проблем забирает мяч. Выходит двумя ногами на Горбачковую. Снова. Хорош. Оставляет за собой попытку атаки. Да. И атакует 2-0. Давай еще Владислав. А Евгений думает, с какой стороны пробираться-то? И пробрался с нужной стороны, 2-2. Мяч у Владислава, решает опять бросать этот очко. Он даже в несвойственной для себя манере не подбегает к мячу под концов. Вот так вот. Чуть было не упустил хорошую вариант атаки. Ну, минута прошла. Евгений все-таки оставляет мяч. Собирает мяч у Владислава. Не знаю, что была атака, но если Евгений, то две ноги за ним. О, как сложно здесь развернуться, это броска, но у Евгения получается 6-2. Да. Ну вот, знаете, на что выдался, 5-6. Мы всегда опасно сказал раньше. Евгений находит путь найти к концу. Пространство для броска не находит. Бросает на дистанцию. Где Ночковые как-то покинули. Его руку. Мяч у Евгения. И бросает. Хорошо, но 2 очка. 2 очка. Чуть-чуть заступил за 3-очковую линию. И... Хорош. Есть время. Полторы минуты. Проходи, Влад! Не того, что мягким было, но... Все устают для участников, потому что просто третья игра. И причем в таком интенсивном режиме, что... Из последних сил. Прыгаешь, бегаешь и бросаешь. 8-5. Ой, Евгений. Минут 8. Остается минута. Да, Евгений берет еще 2 очка. 10-5. Оу-оу. Входит мяч туда. 40 секунд. Сейчас 40 секунд остается. Евгений упускает это время. Владислав тоже. Где под кольцо? 30 секунд. Брать упущенные 2-очковыми или 5-очковыми. А вот теперь даем Евгению вывести мяч с 2-3-очковым. 20. 10-5 счет. О, Евгений порвал на нас. 10. Броском. Он может себе это позволить. 5.
Снова 8-12.